Поэтому пытаюсь сам как-то до этой правды, правды докапываться. Смотрю все эти документальные фильмы «Острый угол». А он купил там, по-моему, две скрипки, две виолончели, жуликов. Ой, мне тогда до дома сын надо съездить. Как это понять, до дома надо съездить? 60 минут о самом главном. Мы сейчас совсем неожиданно про путинизм.